сантиметров. И лишь только неделю назад я открыла у себя суперспособность. И теперь я спасаю всех, пусть даже кого-то насильно. Специально для вас я записала супергероический ролик под названием «Красная шапочка на пути к добру». Но знаете, я открою вам маленький секрет. Я не всегда была вот такой вот. Попутный ветер уносил меня из дома в школу и обратно. Родители не знали, как бороться с этой проблемой. Вложили мне в сумку кирпичи, но это не помогло. И в один прекрасный момент я поняла, хватит, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо. Мое первое дело после того, как я подкачалась, не заставило себя долго ждать. Ведь красная шапочка всегда приходит на помощь маленьким детишкам. Не успела я помочь ребятам, как вдруг появился шанс увеличить количество добрых дел. По скрипту. Давайте правильно, бабушка. По скрипту, в ходе спасательной операции ни один кот Добрыни не пострадал. Администрация нашей школы постоянно опаздывала в свое рабочее место на целую минуту, что недопустимо у нас в школе. И поэтому я решила организовать супергероическое такси, которое со скоростью света домчит нашу администрацию до своего любимого рабочего места. Желаю, чтобы вся ваша жизнь
была наполнена только такими героическими минутами, ведь совершать добро так легко.